наверное, кто-то ими управляет. Хочется, конечно, чтобы уже скорее все это прекратилось. Минск город таких красивый, отстроенный. Я ж была, ездила, там дочка живет в Минске. Понимаете, красота прекрасная. Зачем ломать все это, уничтожать? Это отморозки, отморозки самые настоящие. Еще я только за эту власть, за это все хорошее, что у нас есть. Ну, я думаю, это родители еще. С детства надо воспитывать детей, как они были правильные, работали, соблюдали жизнь свою правильную и шли правильной дорогой, и всем будет легко, и нам, соседям, и всем, и по жизни. А люди одумаются, опомнятся и идут спокойно сидеть и учатся. Как кажут, медицина не платная, учеба не платная, детки головы мают, поступают и учатся. Это что, гора? Не гора, люди милые, не гора. Семьей где-то хотелось бы в столицу проехать, отдохнуть, погулять. Но, к сожалению, в связи с последними событиями мы не можем себе этого позволить. Потому что переживаем за жизнь как свою, так и детей, конечно же. Пробки эти, постоянно перекрытое движение. Во-вторых, как-то страшно попасть в эту колею митингующую. Потому что мало ли, что у них на уме, чем это все может закончиться. Поэтому как-то страшновато, боимся. Мы уже устали смотреть на все, на весь этот какой-то, я бы сказала, даже беспредел. Потому что люди выходят на улицы, не зная даже причины того, почему они выходят. Благодарность и низкий поклон за этот труд, что они вот выполняют на своем месте. Спасибо. Передайте просто низкий поклон за их труд. Я посмотрела, я как-то никогда это не со сегодня столкнулась, думаю, боже мой, это же страшно, вот страшно, просто страшно. Дай Бог им здоровья, и пусть они нас оберегают и разгоняют это. Уже надоели они, не передать, как надоели. Хватит уже ходить по городу. Ну, пожалуйста. Милиция. Добрый день. Добрый. Вам звонят всегда с просьбами о помощи, с жалобами. Скажите, пожалуйста, можно ли выразить вам благодарность от меня лично, от наших женщин, нашим силовикам? Пожелать им мужества, здоровья крепкого, силы. За них молится много людей, поддерживают их. Спасибо, женщина, мы передадим. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.